Приветствую вас, дорогие зрители, на канале Михалыч Топик Геймс. И пока я перемещаюсь на гуманитарный груз, у меня есть для вас очень-очень интересная информация, которую вы услышите прямо вот сейчас. А вот он, наш АТВ, ребят. Как говорится, в целости и сохранности полностью собран, и наш выживший, понимаю, уже может свободно передвигаться. И как мы видим, это даже простая какая-то локация, на которой можно просто пофармить. Сразу же скажу, что немножечко изменили рецепт, который нужен для крафта АТВ. Поэтому всем, кто хочет подготовиться, ребят, заранее к крафту АТВ, я советую прослушать вот такую вот информацию. То есть разработчики нам киданули немножечко инфы. Итак, привет, народ! С появлением волнующих новостей про АТВ многие игроки стали интересоваться возможностью изменения рецепта вездехода. Мы знаем, что ветераны зомби-апокалипсиса слезами и кровью убивали сотни частей двигателя. Поэтому говорим сразу, движки все 200 и колеса остаются на месте. Боги смерти зачли вашу жертву. То есть, ребят, все, что остается на месте, только движки и колеса. Все остальное изменяется, судя по этому надписи. Ну и дальше, ребят, продолжается. Тоже есть немножечко инфы. Однако остальные требования к рецепту будут изменены. АТВ это уникальный предмет, за который необходимо побороться. Но это понятно. Для тех, кто хочет подготовиться заранее, а это именно вот внимательно нужно послушать, мы подготовили список ингредиентов, которые вам понадобятся для крафта вездехода. Круто. Части двигателя, это 200 штук, которые мы знаем, колеса, которые остались, трансмиссия, естественно, резина, не резиновые изделия. Резина, это походу новый какой-то ингредиент, резина, фильтры, шестеренки, газовые баллоны, карбон, стальные пластины, аккумуляторы. Ребят, нифига себе, аккумуляторы, ну газовые баллоны, шестеренки, что? Фильтры, понятно, резина, это все у нас появится, я так понимаю, в грядущих обновлениях, ну искать его будет не так уж и легко. Но самое главное, что части двигателя, колеса, фильтры, карбон, стальные пластины, это все уже нужно, чтобы у нас было. Ну вот такая вот беда, я пошел готовить, искать карбон и кучу фильтров, все это должно уже ждать для до появления крафта нового, как говорится, АТВ. Ну, интересно узнать ваше мнение, что из этого всего у вас уже имеется. Да, хотелось бы побыстрее, чтобы АТВшка появилась, и я уже начинаю перерабатывать всяческую всячину, которая нам нужна для получения карбона. Как минимум, я понимаю, что если 200 движков, то и карбон, наверное, штук 20, как минимум, наверное, 50 карбона. Фильтров тоже должно быть очень много. Короче, фильтры и карбон, вот что нужно мне сейчас. Я на гуманитарном грузе для того, чтобы выполнить часть из заданий сезона 2 уже недели 3. Я не выполнил еще ни одного задания. У меня даже там проблема с заданием, которое, ребята, остались недели 2. Потому что копьем не наносил урон. Да, в принципе, очень сильное там. Опа, а вот и задание, как вы слышали, все очень круто. Понемножечку, помаленечку я выполняю задание. Ну и надеюсь, что у нас сейчас на глобальной карте появятся еще какие-то события. Я бы сегодня привальчику дороги вальнул бы. Мне как бы оружие никогда лишним не будет. Я так понимаю, что часть заданий, которые у нас есть, это связано с фермой. Потому что ферма... по-моему, там и зараженные зомби, и, в принципе, в каменных локациях. И также у нас там есть много чего интересного. Но я попробую перейти еще по локациям, чтобы все-таки появилось привальчику дороги. Судя по всему, у меня не появляется привал дороги. Я уже несколько раз повторил манипуляции. Поэтому, ребят, пойдем-ка мы нанесем 2000 урона нашим глокам. Как говорит одно из заданий. Задание у нас ежедневное премиум. Нанести 2000 урона с глока. Мы все знаем, что 2000 урона можно нанести с помощью одного глока. Если стрелять вообще по зомби. Но посмотрим. Заодно глазиков нафармим. И интересно тоже было бы с зараженным оружием убить каких-то, ребят, зомбиков. У него довольно-таки много уже этих глаз. Почти 2 стека. И можно сделать несколько разрушителей. Можно убить охотника, можно убить ведьму. Да, можно много кого убить. Ну, а глок, задание, 2000 урона.
без проблем вообще здесь выполняется. Я понимаю, что мне нужно и косой там разбомбить зомби, и вообще всем чем угодно. Но пока что у меня задание нанести 2000 урона. То есть довольно-таки успешно. Я думаю, что один блок с этим справится. Или даже меньше. Я надеюсь, что мне дадут вообще, ребят, подлутаться. Так, глаза пошли в лут. Блин, толстяки. Очень много здесь толстяков. А вот задание выполнено. Я думаю, что здесь 10 глаз можно подфармить. Хотелось бы, конечно, чтобы больше, но, по-моему, игра нам больше не дает. То есть выпадает сугубо 10, и все. На этом завершается наш круговорот глаз, вот этих частей плоти. Ну, я думаю, что глоб вообще просто топовое оружие. Где-то в районе ВСС лежал. Так, смотрим. 10, 8. Ну, я так понимаю, что и 9, и 10 глазик. Это все, что здесь возможно. Я не буду убивать кокон, потому что у меня еще на него много, ребят, планов. Я хочу также с помощью косы здесь покосить зомби. И для этого у меня уже 4 штуки есть. Я думаю, еще пятую выбить. И будет у нас все идеально в топе. Как говорится, все, глаза не падают. Можно уходить. Я думаю, что эта локация еще продолжит свое существование, по-моему, еще несколько минут. Больше, наверное, 50. Ну, если честно, получаса. Так, заодно посмотрим. Посмотрим, что у нас выпадет. Вообще ничего интересного. Так, у меня приближается ролик открытия ящиков с оружием. Так, что у нас здесь есть? В принципе, ничего не появилось. Все как было, так и есть. Ивент, посмотрим, сколько у нас там еще. 49 минут нас хватит. 5 часов, вот как только 5 часов у нас иссякнет, я смогу, ребят, залутать за карточки лейтенанта 5 штук ящиков. Добавить 5 ящиков себе в инвентарь. И то есть у нас уже здесь больше 32, по-моему, 32 ящика плюс 5, 37. На всех локациях будет открытие больше 100 ящиков с оружием. Это будет очень прикольно. Но я думаю, что пора бы нам повыполнять какие-то еще задания. Ну или как минимум попробовать пройти, например, мотель или ферму. Фух. Грядущее обновление очень так и манит. Конечно, грузовика я уже и не жду. Ну а вот наш АТВшка вездеход. Просто, я не знаю. Просто я уже надеюсь на то, что рецепт изменит именно в хорошую сторону. Я попробую все-таки найти все, что нам нужно. Давайте познакомимся еще с заданием. То есть побивать на ферме. Изготовить 5 досток. Так, первая неделя у нас полностью 100% выполнена. Она убить 200 любых зараженных зомби любым оружием с улучшениями. Опа, а это же задание. Это задание, то есть я 37 убил, то есть у нас все выполнялось. То есть 200 задания, 200 зомби. Здесь можно сейчас очень-таки нормально, нереально пофармить. Дальше, что спасти 6 человек, нанести 10 тысяч урона по зараженным зомби в каменных... Ого, 10 тысяч урона, это очень много. Уничтожить 15 любых дверей на рейде. Также у нас есть окна недели 2, по-моему. Так, C4, там уничтожить 5 любых окон. У нас уже 4 уничтожено, пятую сделаем. Найти и распилить фермерский сундук 2 раза. Понял, 2 раза ферма. Нанести 20 тысяч урона по зомби на ферме любым оружием ближнего боя. Ого, ближнего боя. Это очень-таки. Убить зараженного быка. Понял. Переработать 3 предмета на станке. Понял. Использовать 10 аптечек. Аптечки это вообще на изи. Съесть 10 сочных стейков. Убить дикого гиганта. Нанести 2000 урона по зомби в бункере альфа при помощи дробовика. Жесть, вот это, конечно, задание. Я пошел немного постреляю еще по зомби. Попробую 200 штук нафармить. Попробую сейчас, ребят, у меня все оружие с улучшениями. На автоатаку поставить. Но он будет писать, что нету у нас ингредиентов, которые можно собирать. Что-то ресурсов или там как ваш инвентарь полон или что-то еще. Или просто что-то другое напишет. Зараженная зона — отличное место, где просто можно бесконечно валить зараженных зомби. Так, автоатака. То есть он сам, вот, ставим его где-то вот здесь. И он сам просто, ребят, необходимо создать инструмент. Необходимо создать инструмент. Понятно, что это будет бесконечно, но мы можем вот так вот делать. На нас будут зомби нападать. И просто
даже немножечко насладиться там чаепитием или еще чем-то. Но самое главное, что у нас будет задание выполняться. На это не нужно тратить очень много времени. Подождите, маловато что-то зомби идут. Вот, теперь получше как-то. Ну, улучшенным оружием нужно. Дробовик, глок. Я думаю, что это займет минут 15-20, но зато мы сможем себе... Это паки толстяки больше не идут, если вы вышли с локации, опять зашли. Это довольно-таки удобно. Ну и просто-напросто нажал автоатаку. Хилимся, потому что нам нужно аптечки тоже юзать. Посмотрим, выполняется ли задание. То есть все у нас тип-топ. 2 из 10, 10 аптечек сожрать, это, наверное, самое легкое. Ой, толстяки здесь, ребят, здесь все. Здесь, как говорится, все. Ну, а вам спасибо за то, что вы смотрели. Обязательно, ребят, не забывайте ставить лайкосики под видосики. Ну и, конечно же, писать комментарий. Самое главное, чтобы он не дошел к кокону, потому что он начнет убьет, и все, перестанут идти волны зомби. Всем удачи, всем пока, и мы увидимся обязательно уже в следующих видео, ребят.